Тут такие две собачки встретились. Хозяин не может никак вывести свою собаку оттуда. Она не хочет уходить. Она все, пошла все-таки. Пошла. Все. На место. Что ж, мы покинем этот маленький парк, в котором дети развлекаются, а взрослые гуляют со своими животными. Так, как она открывается, вот так вот, очень просто. Оказывается, у него время есть, я так понял, которое что-то, наверное, значит. Пойдем дальше.